Так, здравствуйте. Сейчас я расскажу вам вот о таком переходнике. Вот, он разъем у него под дисководы ноутбучные. Вот, то есть, если вы сняли дисковод свой с ноутбуком, поставили за место него через переходник жесткий диск, вот, но дисковод у вас как бы пустует, то вот отличное решение для того, чтобы его задействовать и сделать из него USB дисковод. Вот. То есть у меня вот есть дисковод, вот ноутбучный, обычный. Вот. Вот у него разъем такой, у него почти как SATA, только чуть-чуть укороченный. Вот. То есть вот как раз подключается. Подключается в USB. Вот, начал индикатор гореть. Все. Нажимаем на кнопку, открылся. Все замечательно работает. Так, ну, ссылку я на этот переходник оставлю в описании. Вот, всего доброго.